Так, ребята, всем привет! Сегодня мы начинаем играть в Bloodborne. Давайте сразу приступим. Не будем тянуть. Говорит. Тянуть кота за. Сами знаете что. Well, you've come to the right place. Пришли. Куда нужно? Yharnam is the home of blood ministration. Вам лишь необходимо раскрыть его тайну. Like ну, с чего он начнет? Посторонний, вроде нас. Конечно, перелить себе немного какой-то там янорманской. А, контакт, говорит, понадобится. Смотри, дед Соломкин. Так, ох ты! Ого, даже так можно. В Dark Souls нельзя было так крутить. Вниз-вверх, смотри, вот тут можно лысину у кого там есть посмотреть. Так, введите имя. Ух ты, ёб твою мать. Нет, вроде помню, не знаю, вопрос, но, в принципе, не знаю, вообще, что-то, ну, реально, что-то, робкие, смотри, впечатления. Просто, ну, да, ну, вот, видишь, там, есть еще, смотри, это классное впечатление. Посмотри, какой у тебя, такие служения. Давай, грузный, смотри, большая голова, это совсем, грузный сверху, давай, там, сделал, волосы немного, грузный, надо, как раз, так, ну, так, большой, живот, где, наверное, на 70 поставим, на... так, руки большие, естественно, ноги на солнышко поставим. Страшный какой стал, боже, ёбать, папки красивые. Мы бледные пошли. Не, давай поставим, как видишь, это не совсем такая. Деталь лица, смотри-ка, макет лица. О, да, серьезно, место такое. Ой, это такое. Вот, ну, смотри, смотри, смотри. Нос, это интересно. Ты мне как-то кран, блин. Нос, блин, положение можно еще удалять. Нос, это интересно. Это не ромбика, это заточка. Все, хватит, настроили. О, так, положение. Мы вообще надо продолжать, хватит людей. Так, что надо? Подорвать, через тело, что там стоит. Наверное, подавай. Мы вообще убьем это. И вот, мы это. Все, вот это. Так, вот, делаем. Вот, нормально. А, цвет кожи, голоса, цвет кожи, голоса, голоса, давай. О, да, да, нормально. Вот такие мы. Синовальник, класс. Но, чего, а, кинь, там, надо. Сейчас, я думаю, что нормально. Так, борода, борода, вот, нормально. Вот, нет, что не кожа, создание. Все, контракт заключили. Небольшой колокол, найденный в старом подземном лабиринте. Его звон отзывается во всех мирах, а первый охотник использовал его как специальный сигнал охотникам и не успел прочитать капля холодной крови, содержащая ее отголоски. Используйте, чтобы получить отголоски крови. Охотники во сне, если силу используя, не успел прочитать так быстро. Все, короче, поехали. All signed and sealed. Отлично, говорит. Все, подписали. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream. О, знакомые смеха. Вот эти вот. Новый год? А, нет, я думаю, гирлянды висят. Думаю, что-то это как-то вообще не в тему будет. Так, сырое помещение. Ого! Здрасте. Ты кто? А, Рексик. Ну иди сюда. Ого! На ужин-то правильно, жрать-то нечего. Проснулись, надо похавать. О! Яшка! Ух ты совсем, блин! Мать тебя не кормит! О! Соседа своего позвал! О! Так вас много? Чего вам надо? Ой! Ого, ого, нифига себе. Весь подъезд собрал, как говорил тут один. А, о, ну вот это да. Это знакомое нам всем. Давай, встаем. Модно у нас штанишки, конечно. Так, лечебница Йозефеки или Йозефери. Не видно было из-за микрофона. Надо вот так вот сесть, осанку выпрямить, посмотреть, как там микрофон нормально записывает. И все, ребят. Побежали мы, короче, сейчас мы осмотримся. Вот это у нас, я так понимаю... А, я понял, все понятно. Открыть дверь. Чё?
слышу что-то в правом ухе. Писк какой-то. Половицы. Посмотреть записи. О, это яшки. Атаковать. Смотри-ка, R1. Оружие в правой руке. Закрыть. Хорошо. R1. Что ты ручки-то сложил? У тебя нет оружия, ты в курсе? А, это имитация. У меня меч какой-то. Так, тут что нам яшки говорят? Здесь нам говорят, что у нас есть захват. R3. Это фиксация. Короче, что за записки? А, я понял, все, окей. Так, погоди-ка. Тут еще что-то может есть. Так, все, это мы читали. Так, ладно. Я слышу нехорошие. Это мне надо оружие найти так-то. Подожди, там не вякай. Сейчас мы наверх поднимемся, может, я пропустил. Хотя маловероятно. Вот, питочка. О, тут записка есть. Смотри-ка, надпись от руки. Ищите бледную кровь, чтобы преодолеть охоту. Так, бледная кровь, это хорошо, конечно. Вот так мы умеем драться. Вот такие мы сильные. В рукопашку-то, ой, как будет весело-то. Сражаться? Ладно, тут ничего нету. Все-таки, наверное, в рукопашку. Но... Хотя, не знаю, сейчас посмотрим. То есть у меня есть невидимый меч. Вот так вот. Коробочка интересная. Так, там кто-то шипел. Кто-то явно залупается. Кто где? Здрасте. А что вы это? Тут что-то забыли, да? Алло? Ох ты! Янис! Ого! Да ёб твою мать! Стой, нам надо убежать отсюда вообще. Тут что у нас? Восстановить за это... восстановить, подожди! Подожди, подожди, да окей! Да мимо, мимо, мимо! Стой, стой, стой! Подожди, чё, реально без оружия, что ли? Да не, это что-то как-то это... Что ты там достаёшь? Чё мы стоим вот? Кувырки там, подсказку пропустил. Вы погибли. Кувырки на вот это умахиваются. К сожалению, использованные материалы исчезают. С интересом. Так. Ладно. А, твёрдый комок. Написано там. А главное, как смешно. А, это так и задумано. Но я так и думал, что-то как-то странно его вообще нереально убить было. Так, Рекс нас перенес в какую-то... Что-то фокусируйся, давай. Давай, мне интересно, что там, хижина какая-то. А-а-а, я понял тебя, окей. Хорошо, луна какая красивая. Сон охотника! Яшки, что у нас там? Предупреждение выбранное. Так, вместе. Так, что у нас? Палата на первом этаже. Хорошо, выбрать место. Так, пробуждение, окей. Я тебе... Привет. А, куколка. Да ёпта. Так, посланники предлагают вам обманное оружие. Смотри-ка, выберите одно. Такое, так, оружие наносит
Да, а носят правой руке, мне так все вот это для чудовища. Так, манное оружие, смотри-ка. Пила, топор, секира, трость, хлыст. Трость, хлыст, вот это вот очень интересно. Так, а что у нас вообще? Так, физатака 98. Так, так. Не-не-не-не-не. Так, показать. Прямой. Ага, 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 ага. Окей. Секиру возьмем. Что тут у нас еще? Так, посланники, огнестрельное оружие. О, вот это нормально, смотри-ка. Пистолет охотника, конечно. Тут прям не раздумывая. Так, получится, так, блокнот еще мне дали, смотри-ка. Так, передавайте сообщение с помощью этих верных слов, чтобы... Потом в онлайн. Типа подсказки оставлять для других, кто потом будет играть, и также тебе. Потом подключимся. Я понял. И на это в следующий раз будешь записывать. Эти инвентарь надо открыть. Инвентарь, да, вот это нажми. Так, надо бы это... Выбрать тебе правую руку надо. Ну, а, нажимай X, инвентарь больше, самый верх. Нажимай. Вот он, да, точно. Так, это что у нас? Материалы, ключевые... Оружие в правой руке. Для правой руки. Так, переключить. Использовать. Ага, можно не, выбрать. Это по-другому. Я вспомнил. Уходи отсюда. Низ. Вот, оружие. А, вот сюда ага. Надо положить его. Окей. Все. Секира здесь. Так, это что у нас? Это для второго оружия, все правильно. Быстрые предметы здесь у нас. Одеяние. Пистолет, это тут одежка, короче, застежка. Статусы. Система есть. Нет, в третий. Два квадратика на первый у тебя. Ближний бой. Два квадратика ближний. Я дальний. Понял. Хорошо. Значит, у нас два ближних оружия, два дальних. Огнестрелки. Ого, смотри, как мы сразу-то видок-то сменили-то. Он еще может у тебя топор на две руки сразу. Открыть дверь. Заперто, говорит. Так, подожди, что-то как-то по-китайски бегаю, вот, можно разворачиваться. Могилки. Вот, к пиздюк. Тут я уже читал. Это телепорт у тебя. Когда к ним подходишь, ты можешь... Палата на первом этаже. Так, ты... А, я тебя понял. Угу. Что тут вообще есть? Можешь полазить, я тут вообще не знаю, что есть. Подыхать. Вот что-то вытянули. Использовать предмет, говорит. А, ну, бучалки. А я тебя понял. Типа там лечилки. У тебя сейчас лечилки выпрям на две штуки. Типа на квадратик ты используешь. Это оружие. Типа быстро переключать. Переключать оружие. У тебя пока по одному. Так вот. Ага, это достать, убрать, достать, убрать. Отлично, вот это вот мне и надо было. Срочное пополнение запасов штучных пуль. Ага, наверх, я тебя понял. Смотри, тут есть еще, тебе скажу, два вида пуль. Есть ртутные, они против монстров, короче. Ну, против всех хорошо действуют. Есть обычные пули, они на монстров вообще не действуют. Ну, там просто обучение тоже было, походу, просрал чуть-чуть, потерял. Ну все. Ну обучение мы прошли. У тебя вроде ртутный пуль. Сейчас. Да, все, дальше я вообще ничего не знаю. Вот после этого. Я вот это вот сам вот проверял, как все. И все, дальше я вообще не знаю, что там. О! Дальше мы уже вдвоем. Яшика за шею потрогал и переместился. Пепел костного. Пепел костного мозга, смотри-ка, пепел. Наглажка. Наглажка это инструмент охотника, найденный в мастерской. Так, теперь я могу навалять люлей. Так, нет, подожди. Мы вот так сейчас сделаем. Махиваться на вот эту кулаки. Ага. Ага, во! Вот этой кнопки мне прям не хватало. Ну иди сюда, псина.
Да ёб твою. Так, подожди. Давай с тобой спустимся вниз. Вот сюда, точнее, выйдем. Быстро нас убивают. Тут даже не покруче. О, ну он вообще какой-то дикий. А чё ты пердаком-то повернулся? Подожди, нам надо убить его. Это что-то это, надо собраться. Пополняет запас УЗ. Сейчас. Сберись, на чём бить. Да я поуворачиваю. Хочу тактику его изучить. Как он бьёт? Кулаком там бьёт. Вот так вот мы умеем. Тебе надо... Во, а нам вот так надо. Еще в две руки он как-то может брать, я помню. Нажимал что-то. Так, то а ли... если зажать? То вот ли... так вот. То ли нижние триггеры. Что-то нажимал, он прямо его удлиняет и в две руки берет. Это ты лечилку использовал? Молодец я. Что, ну, что-то можно полюбить. Нет, подожди. Да я тут уже нажимал. А на верхнем нажимал? Ладно, убей его, короче, сперва. А ты чё такой хитрый-то, алё? Обыскать труп, пузырёк крови. О, вот это мне как раз надо. Четыре пузырёчка у нас есть. Во, мы одолели эту мразоту. Ну, как-то можно. Тут что, есть что-то? Стулья. Ну тут, наверное, уже ничего нету. А, погоди. Стой. Стоять. Стопэ. Это телепорт. Так, не это надо нам. На кладбище. Это на кладбище нас возвращает. Так, то пойдем тут дверь проверим. Вот, блин, тут кровища ты тут наследил. Здорово. Сейчас будет. Так, там у нас парни церковные тусуются. Там наверху у нас большой есть тип. Я просто помню, что я пару серий давно смотрел прохождение. И я помню, какие там вообще противники есть. Так, нам надо собирать пульки. Так, это у нас не бьется, это я не помню. Так, ага. Там нельзя пройти. Ну да, нам сюда. Значит. Какие мы сильные! Штаны тебе сменить. Прикид бы, блин. Несоответствие! Так, вот там уже ходят вот эти вот. Они такие тут самые простенькие. Карета у нас это не бьется. Какие гробы интересные. Золотые. О, сейчас бы разобраться. На чё за чё стрелять-то? Понятно, разобрались. Еще на грибок можно нажать. Он там. Зафиксирует пацана. Так, он у нас чем там? С топором и с факелом. Тихо. Ты чё такой дикий-то? Может на грибок на вот этот жми? Не, ну его нафиг, это огнестрелку. Нифига ты летаешь, подожди. Ой, и чё ты там встал? Ну вообще дикий. Еще блок на что-то есть, я вспомнил.
Пока не помню ничего. Обласкать труп. Так, блок тут, говорят, есть. По-любому есть что-то. И это. Но это логично. Вот это ты нажимаешь, если это, короче, ты, у тебя ставится фиксация камеры на пацане, чтобы уворачиваться, чтобы камера сама не поворачивалась. Угу. Короче, удобная вещь, а ты пользуешься, если враг один только. Когда несколько, чуть неудобно. Так, ладно. Теперь блок разберись, ну чего, ты точно помнишь. Мы так. Опять же там просрали все. Да мы уже тут это, так, я уже это все понажимал. Это что? Я не знаю просто. Ты помнишь? Это у нас в этот... Выстрел на ага, пистолете. Это он просто. Это удар один, это удар второй. Во, это два, вот. Две руки берет. Значит, здесь подожди, и блок есть. Блок где-то на треугольник чулки. Нет, квадратик это понятно, на треугольник. Треугольник я только что нажал. Так. А можно в управлении посмотреть, там есть. Воу, вот это мощный удар. Короче, будет. Надо блок по-любому тебе найти. Это очень полезная вещь. Не, зайди в управление, хуй с ним. Параметры, система. Так, управление. Сейчас посмотрим, на что блок у нас. Есть. Вибрация, контроля. О, нет, это не сюда нам. Сейчас посмотрим. Звук, экран. Сейчас посмотрим. Это все управление. Понятно, что автопереключение целей здесь есть. Так, ладно, я тебя понял. Так. То что ли бог? В смысле, я помню, что точно бог. Ну ладно, короче. Видимо, не канает. Даже там в управлении не написано почему. Оп, задницу почесал. Не, прыгает он зачетно. Так, это рычажки, о. Пузырчатые. Кулачки. Так, пока сделаем. Так, о, Фредик. Все, что ли? Ну. О! Ага, ага. Ух ты, тихо, 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 тихо. Сука. Это вообще какие-то они дикие. Старые, спотыкаешься уже. Так, что тут у нас? Карета. Так, нам надо ворота, короче, подымать. Да? Ну ёб твою мать. А, ворота, это лестница у нас. Ага, ты сам не ползёшь, надо за тебя всё делать, это хорошо. Ой, ёб твою мать, что там за фениксы? Дракончики? Этого я уже, честно говоря, не помню. О, красота какая. Красивая. Кашляют. Так, тихо, что там у нас? Во. Я тебя понял. Хорошо. Так, нам можно спуститься вниз. Сюда нам не дадут, да, зайти? Да. Кашляет. Все,
сюда нам зайти не дадут. Камешек, монашек. Так вот слева, чтобы тебя слушать. 8 камней нашел. Да, 8 камней я нашел уже. Спать. Хорошо. Чё тут так ходов-то много? О! А, и ты еще здесь. Ты можешь типа даже так выбрать, а потом стиком перемещать, он типа выбирает цели. Да. И можно стрелять в них здесь. А, ты у нас щитом. Аж повернулся быстро. А как пробьешь-то? Нет, ладно, я тебя понял. Ой, тихо, бы два слова. Он у нас это. Поджигать. Тихо, тихо, тихо. Хорошо. Ты профессионал по переходам, пацанов. Да уж. Мы что там сидим, а? Ох, ох, как двигается. Смотри, какая динамика-то. Здрасте. Так, хорошо, пока идем нормально. Так, это не разбивается. Ну, ребята суровые. О, вот суровые. Вот там вот с лопатой, с этой вилой стоит. Пошли куда-то. Гуляет наверху там он. Что-то ходит там. Или это пролетело что-то. О! Смотри, какие серьезные-то тут ребята ходят. Так, а нам сюда вообще? Мать, куда идти? Так, у нас уже слипло. Дофига отнимает. Так, сюда можно зайти? Постучать. О! Убирайте немедленно, типа в ночь охоты дверь никто не открывает. О, говорит! О, смотри, как топор-то волос. Не-не-не-не-не. О, этот щитом там отряд целый, ребят, вы чё, вы это так-то, как-то по одному-то. Да ты не, крысятники такие. О, торопышка иди. Тихо, тихо, ты, подожди ты, тихо, ой, ты, ёб твою мать, ребята, что-то я как-то к вам неудачно зашел. Ой, не, о, ты еще стрелок там, оказывается, ёб твою мать. О, не, это что-то я не туда пришел. Жгёт там меня еще, ты посмотри, что там творит. Это что-то жесткое. Сюда вообще бесполезно. Там человек 20 было. Стоят там, пришел, короче, я на огонек к ребятам. Вот. Но а ребята, вот которые смотрят меня, вот к вам я на огонек попозже приду. На этом первую ознакомительную серию с вами закончим. На канал подписываемся, на мой, также на канал Евгения. В описании я закреплю ссыль. Вот, Евгений парень крутой, поддержите его. Ну, всем удачи, ребята, и пока-пока, покедова, пока.